Всем привет! Я сегодня в гостях у Иисуса. Ну, в общем, зашел к Боженьке в гости видео записать про кактус. Вообще, почему я так им заинтересовался, почему я его хочу впустить в свою жизнь. Ну, потому что кактус зеленого цвета. Вот я сейчас сижу босиком на траве, она тоже зеленого цвета. В принципе, зеленый цвет он успокаивает, наверное. Вот, давно читал про кактус, он мне в медитациях приходил, то есть Дона Хуана и как там его, Кастанеду я не читал, то есть я знаю, да, есть разные кактусы, но мне именно откликнулся Сан-Педро, в нем активное вещество, помимо мескалина, достаточно очень много таких фитонцидов, очень много витамина Е, очень много такого антипаразитарного. Вот, то есть он сам по себе и чистит, не только ради эффектов беру, потому что в нем, соответственно, есть витамины. Он вырос на природе, он полезен для здоровья, плюс он исцеляет не только физические какие-то недуги, назовем их недуги, вот, но и духовные, душевные, потому что, да, в нем есть соединение активное, очень такое длинное, очень умное, ну, в общем, коротко сказать, оно называется мескалин. Вот есть MDMA-терапия, но она мне не откликается. То же самое, как и какая там еще есть терапия, ЛСД, потому что очень много синтетики. Все, что вот человек делает, человек пытается как-то сэкономить на этом, пытается либо меньше времени уделить, либо же меньше усилий, но больше заработать. То есть, ну, есть у нас в людях вот эта фишка, то есть, как бы обратная сторона сообразительности. А природа, она, ну, растет и растет, ну, у нее нет таких загонов, как у нас у людей. Поэтому я люблю работать с тем, что растет. То есть, это лиана, это буф альвариус, это кактус Сан-Педро. Грибы, конечно же, уважаю их, действительно уважаю, ценю их, люблю. Вот, ну, в данный момент уже так, я сколько, 2 экзамена из 4 сдал за Сан-Педро. Очень много медитировал, приходил мне учитель Вачума. Тот, кто проводит церемонии с кактусом, называется Вачумерас. То есть оно в традиционном Хуачума, ну, можно говорить Вачума, то есть это как без ума. То есть не в том плане, что надо испугаться, то, что безумно, еще что-то. Ну, на самом деле, мы создаем сами себе негативный настрой сначала в голове. Вот современный человек очень переполнен именно мозговой деятельностью, жизнью в голове. То есть мы как бы живем в голове, думаем в голове, анализируем в голове. Ну, жизнь в голове происходит. Вот, и тут происходит сдвиг. В том плане, что наше внимание и наше вот это место обитания, ареал уходит из головы, и он уходит в сердце. Вот чем мне еще откликнулся кактус, то что он открывает сердце. Потому что женщины, мне вот что нравится, то что они более свободно могут как-то самовыражаться, более свободно быть собой. То есть, ну, вспомните ту же школу, там всякие там волосы красили, ногти там что-то делали, там песни пели, танцевали. А возьмите парней, они как там родились в одной рубашке, так в этой рубашке, если она не порвалась, они до сих пор в ней ходят. Вот, поэтому очень важно, да, открывать сердце. Можно, повторюсь, открыть сердце по-разному. Я его и в медитациях открываю, но мне в медитации в последнее время стал приходить кактус. И я поэтому и пошел на обучение, заинтересовался контактами с людьми, кто именно исцеляет растениями, не балуется, вот эти как там за гаражами или кому-то скучно, то есть, ну, мне это не интересно, не то, что мне там 34 года, я весь там на серьезном, нет, я знаю, да, что можно баловаться, а можно серьезно заниматься, то есть не лишний будет, я скажу то, что именно оно для здоровья. Нередко церемония проходит с тошнотой, потому что очень много. Ух ты, белочка, белочка, белочка. Я вижу белок. Чек. Привет, привет, привет. Вы видите ее? Обалдеть, она прибежала прям ко мне. Ты какая красивая. В общем, нередкая церемония Сан-Педро, она проходит тошнотой и рвотой. Ну, рвота еще может быть и такого ментального плана, от переизбытка информации.
То есть мы сейчас все держим руку на пульте, там любую там соцсеть откроют, там везде новости есть. Даже из, мне кажется, из телефона, ой, из чайника могут новости скоро вылетать. Там смарт-чайник еще не придумали, смарт-пылесос ведь есть. Вот, то есть, да, происходит такое очищение именно умственного вот этого мусора, который мы носим в себе. Плюс еще пищеварение, потому что, ну, не секрет, что очень много такой синтетической еды. Вот, и она тоже имеет такое, как бы, влияние на нашу жизнь. Опять белочка пришла. Иди ко мне, иди сюда. Вот, а Сан-Педро, он очищает и помогает заглянуть именно внутрь себя, в чистоту. Плюс происходит баланс именно умственной и сердечной энергии. То есть не так, что крайность, типа, ой, думай только сердцем или думай головой. Вот это, знаете, нет ничего плохого в том, что кто-то чем-то занимается, увлекается. Плохо это, когда его, этого слишком много становится в жизни. То же самое, представьте свое любимое блюдо, вспомните, ну, какое блюдо у вас любимое. И теперь попытайтесь представить, что если вы его каждый день будете кушать, ну, на который день оно вам надоест. Потом, ну, то есть все хорошо в меру. Вот, поэтому очень мне отозвался кактус, я посты про него писал, я, да, общался с людьми, кто мне пишет, вот, и захотел видео написать, чем вообще он мне приглянулся. Тем, что, да, он открывает сердце, тем, что он очищает, тем, что он помогает вот именно мужчине, это вот более мужская терапия, более мужская церемония, я провожу только для мужчин церемонии, потому что, ну, потому что как-то вот так, вот, мне интересно, да, с мужчинами. Вот. Он открывает мужчинам сердце, помогает взглянуть на себя по-новому, помогает, ну, понять, что вам действительно интересно в этой жизни. Плюс при условии грамотного, качественного вачумероса, как мне кажется, я могу исполнить такую роль, то есть будет проведена качественная церемония, будет именно качественное такое единение с вашим нутром, с вашим естеством, то, что действительно вам близко и то, что вам откликается. Повторюсь, то, что я назвался не от скуки или там нет пафосных слов хиллер, то, что, ну, мне действительно нравится в жизни исцеление, целительство, то есть цельная структура, не именно там, знаете, что-то одно там выбрать и заморочиться на этом. Нет, то, что гармоничная, цельная, целостная структура, то есть от этого и исходит выражение целительства. Вот, поэтому я более чем рекомендую мужчинам обратить внимание на этот чудо-кактус. Я в ближайшее время его буду заказывать. В этом году это в любом случае произойдет. Я не тороплюсь к этому. Так как оно будет, так оно и будет. В общем, мне уже добро на него дали, так что дело осталось, как говорится, за малым. Также его можно использовать, да, как микрокапсулах использовать Сан-Педро, также и полноценное погружение. Вот. Дальше я в любом случае, да, запишу свой опыт общения с Сан-Педро, как он помогает, вообще какая от него польза и для чего он, ну, как бы, ну, как его можно применить в жизнь, потому что есть еще и практическое применение в жизни, помимо всяких там супер вау эффектов. То есть, повторюсь, да, в нем тоже есть эффект. Это мескалин, аналог MDMA. Он как раз используется в терапии от глубинной депрессии, от чувства подавленности, от обсессивно-компульсивных расстройств, при чувстве тревожности, при чувстве, при экзистенциальной тревоге, при экзистенциальной тоске, при страхе смерти. То есть он действительно выводит человека в плюс. Повторюсь, зеленый цвет. Вот я не зря, да, опять-таки покажу. Сижу на траве ножками, вот тут травка зеленая. То есть природа не зря всему дала свои цвета. Поэтому я предпочитаю учиться у природы, общаться с природой. И того же и вам рекомендую. Но в любом случае выбор, как говорится, за вами. Я свой выбор сделал. Вот, поэтому по всем вопросам, интересующим вас, пишите, подскажу, расскажу. Вот. Хочу пожелать вам хорошего дня, удачи. Благодарю за тех, кто досмотрел. Вот, я сегодня вдохновился. Сегодня своего наставника увидел в церкви. Так потянуло меня именно сюда. Я хотел в другое место пойти, но именно здесь. Так что, вот. Так что, да, связь с душой – это очень круто, это очень мощно, особенно мужчинам. То есть не только решать все дела там силой, напором, нахрапом, вот этим, знаете, там, мышцами, мускулами. Не забывайте, что есть еще душа, есть еще поток, есть еще, как говорится, божественное провидение. И это все цельно очень здорово работает. Поэтому желаю вам быть цельными. Хорошего вам дня.
Спасибо, что были сегодня со мной.